февраля месяца есть предметы, ну, которые вот в общеобразовательной программе есть, но они могут ходить туда по желанию. Основные предметы – это те, по которым ребенок готовится к единому государственному экзамену, он обязательно туда ходит. Лада, кроме основных предметов русского языка и математики, выбрала химию и биологию. Поступать она будет, скорее всего, на факультет биотехнологий. Если сравнивать с 10 классом, она уже тогда начинала готовиться. Это был режим такой, что она могла ложиться там в 2 часа ночи и в половину второго. Ну и школа она возвращалась примерно где-то в районе 5 часов. И сейчас как минимум 2 раза в неделю появилось часа 4-5 для того, чтобы ребенок мог отдохнуть, сходить в спортзал. Я считаю, что очень хороший результат дают практикумы, которыми они занимаются в школе. У них проходят не только практические занятия, но теория там тоже, естественно, повторяется. Ну и психологическая такая атмосфера тоже играет большую роль, потому что педагоги с большим пониманием, да, вот как-то относятся. Я думаю, что это очень хороший формат. И ребенок доволен, ну, естественно, и мама тоже довольна.